Борис Степанович, это что? Свежая пресса. Про нас, что ли, написано? Ага. Пишут сенсационный репортаж. Поздравляю вас, коллеги. Кто-то из вас сливает оперативную информацию в прессу. Дай посмотреть. Там черным по белому написано, что готовится обыск в офисе у Семина, что руководство банка подозревают в мошенничестве. После такого они наверняка уничтожат всю документацию, которая важна для следствия. Я не удивлюсь, если Семин уже на полпути в какую-нибудь Швейцарию. Подождите, вы уверены, что источник кто-то из Следственного комитета? Абсолютно. Кто еще мог знать информацию об обыске? Экстрасенсы, ясновидящие, среди нас крыса, братцы. И я вам клянусь, что очень скоро мы выясним, как эту крысу зовут. Что все равно, что мы под подозрением. Ну, неприятная, конечно, ситуация. Как они могут нас подозревать, а? Мы столько лет вкалывали, столько преступлений раскрыли. Ну, для меня это какой-то просто плевок в рожу. Да ладно, что ты завелся? Ну, пригласили, поставили всех в известность. Ну, мол, так и так, коллеги, среди вас крыса. Знаешь, а лично меня это оскорбляет. А лично мне некогда оскорбляться. Работа по горло. У тебя, кстати, тоже. Алло, Володь. Привет. Прости, что поздно. Слушай, устрой мне завтра встречу с химиком. Ну, обещаю, буду держать себя в руках. Честно. Это очень важно. Пока. Тань, ты извини, но я буду присутствовать при разговоре. На здоровье, присутствуй. Здрасте. Здрасте. Я прошу прощения за свою несдержанность. Я хочу вам кое-что показать. Возможно, тогда вы поймете, почему я на вас набросилась кулаками. Да, только вы знаете, мне это уже не очень интересно. А вы знаете, 5 лет назад неизвестные люди пытались похитить 5-летнего мальчика. Попытка похищения у них не удалась. Ребенка нашли. В тяжелом состоянии отвезли его в больницу. В крови у него обнаружили странное вещество, некий транквилизатор. Его нет в реестрах. Я хотела бы, чтобы вы посмотрели результаты экспертизы. Может быть, вам известно это вещество. Да, это одна из ранних версий вертолета. Очень токсичный препарат. Вызывает сильный побочный эффект. Понятно. Вы сказали, что ваши заказчики пытались заставить вас модернизировать вертолет. Ну, адаптировать его к детям, что ли. Когда это было, вы можете вспомнить? Да. 5 лет назад. Ну, а конкретно когда? Летом, зимой, весной? Я помню, что это были майские праздники, мы поехали с семьей отдыхать. Ну, хотели поехать. Мы просто всегда ездим на майские праздники отдыхать. А тут меня заставили сидеть в лаборатории и работать. Ваню Плетнева пытались похитить как раз весной.
Олег, очевидно, что ваши заказчики крадут детей, предварительно вводя их в наркотическое опьянение. Вы понимаете, насколько это страшно? Вы же отец. У вас есть дочь. У меня тоже есть дочка. Ее украли. Я... В общем, от вас сейчас зависит, найду я ее или нет. Ее и других детей, понимаете, которых похитили много лет назад, увезли в неизвестном направлении. Послушайте меня, я не могу вам ничего рассказать. Ну, не могу. Тань, Тань, не расстраивайся. Да я в порядке, в порядке. Я был уверен, что Рысин не заговорит. Он запуган, боится за свою семью. Но у нас хоть какой-то след появился. Впервые за 5 лет. Уже хорошо. Да, надо подумать. Надо подумать, подумать. Я бы, наоборот, запретил себе думать об этом. Надо отвлечься на пару дней. Потом мы с тобой вместе решим, как выйти на эту банду. Ну, с какой стороны подойти. Да, да, ты прав. Правильно говоришь. А я сейчас поеду в участок. Там у меня тоже куча дел, от них не отдохнуть. Точно никто не поможет. Ты вот что, будет нужна помощь? Ну, или просто станет грустно, звони. Да, конечно. Да, Володь, я хотела сказать тебе. Ты знаешь, ты, наверное, сейчас самый важный человек в моей жизни. Я бы без тебя не справилась. Спасибо тебе огромное за такую поддержку. Ну, ладно, созвонимся, да? Извините, я не дописала. Все крещеные? Да. Здравствуйте, Татьяна Юрьевна. Рад вас видеть. Отец Серафим, тоже рад вас видеть. Давненько не заглядывали. 2 месяца уж поди. Ой, даже стыдно сказать, сколько. А вы знаете, вот Господь не напрасно надоумил вас прийти. У нас сегодня праздник. Да? А какой? Я уже перестала следить, кроме Рождества и Пасхи. Я ничего не помню. Это не церковный праздник. Это в нашем храме радостное событие. Чудесное. Пойдемте-ка со мной, я вам покажу. Здравствуйте. Здравствуйте. Это Татьяна Юрьевна, местный участковый. Все в этом районе ее знают и любят за добрые дела ее. Сколько она людей спасла, сколько душ заблудших. Дай вам Бог здоровья. Спасибо, отец Серафим, спасибо. Это Петр Семенович, наш благодетель. Расскажите, пожалуйста, о нашей великой радости. Конечно, расскажем, отец Серафим. И не только расскажем. Ну и покажем. Смотрите. Этому колоколу 195 лет. Он очень ценный. Бесценный, я бы даже сказал. Теперь он принадлежит храму. Петр Семенович нам его подарил. Вы представляете? Это очень ценный дар. Мы в воскресенье хотим торжественно поднимать его. Вы обязательно приходите. Это, кстати, на встрече не получится. Да? Да. Петр Семенович говорит, голос у этого колокола просто золотой. Татьяна Юрьевна, а вы знаете, как непросто складывалась судьба русских колоколов после революции? Ну, я догадываюсь. Частично они ушли на переплавку, а часть за границу по бросовой цене. Вот теперь собираемся всего мира по крупицам, уцелевшие экземпляры, и возвращаем на родину. В США наши колокола в Лондоне. А этот вы откуда привезли? Этот был в Германии, в частной коллекции. Только не спрашивайте меня, сколько стоит покупка. Хорошо. Хотя, впрочем, доставка стоила еще дороже.
Но зато какой красавец, а? Да. 80 пудов веса. Больше тонны. 1340 килограмм, если быть точным. Скажите, а автор его известен? Ну, тот, кто отливал колокол. Некий Иван Стукалкин. Очень одаренный мастер. А вы видели, какой там изукрас? А что такое изукрас? Изукрас? Это узор на колоколе. А. Он, правда, сейчас нуждается в реставрации, но это мы, конечно, организуем. Вас куда-нибудь подвезти? Нет, нет, спасибо. Я на машине. Татьяна Юрьевна, тогда у меня к вам просьба. Если вы не возражаете, я бы хотел продолжить наше знакомство. И предложить вам где-нибудь встретиться, выпить хорошего кофе. Я вам расскажу о том, чем занимается мой фонд, а вы скажете мне, что еще я могу сделать для вашего района. Ну, хорошо. Я не против. Спасибо. До свидания. До свидания. Очень рад был знакомству. Взаимно. До свидания. Всего доброго. Здравствуйте, я к Валерию Зубову. А, ну, конечно. У нас тут что, медом намазанный? Что вы только находите в нем, в кобелине в этой? Девушка, послушайте. Это ты меня послушай, ты завязывай ему ночью смс-ки писать. Еще раз напишешь, я его телефон в унитаз выкину, поняла? Участковая Петрова Татьяна Юрьевна, я хотела бы поговорить с Валерием Зубовым. А, простите, я просто жена его. А Валеры нет, он уехал. В деревню. Да, давно? Вчера вместе с дедом поохотится. Ваш муж охотник? Да нет, они так только уток пострелять. А из чего он по уткам стреляет? Из ружья, из дедова. А почему вы спрашиваете? А что, Валера кого-то застрелил? Нет, нет, не волнуйтесь, никого не застрелил. Когда я могу с ним поговорить? Завтра. После обеда приходите. Хорошо, спасибо, до свидания. Привет. О, здравствуйте, Татьяна Юрьевна. А что у тебя за выставка достижений нашего участка? Да нет, это меня Краснов за отчет усадил. Говорит, чтоб сегодня был готов. Не доделаешь, домой не уйдешь. Прям так и говорит? Да. А что это он зверствует? Да. Еще целых 2 недели до конца сдачи. Зачем ему сегодня? Просто не хочет, чтобы я с Аней на концерт шел. А, сочувствую, Макс, сочувствую. Подожди, выходит, что на поиски стрелка я тебя с собой взять не могу. Прекрасно. Кстати, как там с анонимками? Нет новых? Нет новых, нет, все молчат. Угу. Да, кстати, а как вы собираетесь его дальше искать? Знаешь, я поняла одну очень важную вещь. Иди сюда. Стреляют все-таки с крыши. Угу. Да, с крыши 5-го дома. Смотри, с крыши все точки доступны. Угу. Машина, у которой разбито стекло, была вот здесь. Угу. Гавтик, ну, собачка Марфа Васильевна, вот здесь. Угу. А детская площадка вот здесь, где стояли парни во время выстрела. Видишь, угу. Еще 200 метров. Так что если бы он палил из окна своей квартиры, то радиус поражения был бы очень ограничен. Да, ну, так, хорошо. И что, мы теперь должны целый день его на крыше караулить, что ли? Нет, нет, нет. Но для начала нам нужно выяснить, у кого есть доступ к ключам от чердака. Ильинична, ну я же тебе по делу пришла. Ну, разве что по-важному. Не станешь же ты, Ильинична, по пустякам дергаться? Конечно, не стану. Скажи мне, где хранятся ключи от чердака? Там и хранятся, в ДЭЗе. А кому их и по каким случаям дают? Ну, снег почистить, кровлю починить. Вот в прошлом месяце антенна ломалась, так мастер лазил, чинил. Слушай, а кроме этого мастера за последние 2 недели кто-нибудь брал ключи? Дай-ка вспомнить. А, кровельщик брал. Снег чистить, так это дезовские ребята. Ну, дворники наши берут, когда надо. А мне надо с ними со всеми переговорить, вот. Так наших в ДЭЗе прямо хоть сейчас поймаем. Нет, мне нужно поговорить в первую очередь с мастером, который антенны делал, и с кровельщиком. А они у нас во дворе живут, хорошие мужики. А в ДЭЗ зайдем, я тебе точно адреса дам. Татьяна, ну, отлично, спасибо. Миленькая, помогите, на вас вся надежда. Татьяна Юрьевна! Если вы не поможете Соньку и
и Егора заберут в детский дом. Да, это гады проклятые. Мы детей учиться отдали, а они на нас бумаги собирают. Да. Бюрократы проклятые. Подождите, какие бумаги? Кто? Куда кого хочет забрать? Я не поняла. Сонькиной школе директриса. Она какую-то жалобу на нас написала. Но хотят, чтобы органы опеки нас родительских прав лишили. А я ж пить бросил, вот. И на работу устроился. Татьяна Юрьевна, ну вы с ней как-нибудь поговорите. Может быть, она заберет эту самую свою кляузу-то все-таки, а? Зря она в семейные дела вмешивается. Татьяна Юрьевна, вы бы побеседовали там в школе-то. А Нестеровы на самом деле справляются. Да. Егорка и Сонечка говорят. Да? Ну ладно, сегодня пойду тогда поговорю с вашей кляузницей. И вы тоже через пару часов подходите. Мы тоже тогда подойдем, да. А через пару часов это во сколько? Это в 4 часа. В 4 часа, мы успеем, да, тогда пошли. Здравствуйте. Добрый день. Чем обязан вашему визиту, товарищ участковая? Вы меня знаете? Конечно. Наслышан о вас от сотрудников ДЭЗа, о невысокого мнения о вашей профессиональной деятельности. Ну, вы проходите, пожалуйста. Да, спасибо. Вот. Мой дед погиб на фронте. Героическое было время. Когда героическое время, участковые не нужны. Каждый сам себе совесть. Зато теперь глаз да глаза всеми нужен. Хоть каждому человеку по участковому представляй. Ну а что, участковый не человек, что ли? Что вам угодно, Татьяна Юрьевна? Скажите, вы же недавно чинили антенну на крыше соседнего дома, да? Опять сломалась? Да не может быть. Нет-нет, если она сломается, то к вам придет Ильинична из ДЭЗа. А меня интересуют поломки совсем другого рода. Юрий Михайлович, у вас печатная машинка – это рабочая или так, для красоты? Это мамина машинка. Она писала стихи, рассказы. Я все храню. И машинку тоже. Память. Понятно, понятно. Вы меня извините, 4 часа уже. К сожалению, нужно бежать. Очень, очень приятно было познакомиться. Взаимно. Всего доброго. А вы же хотели о чем-то меня спросить, Татьяна Юрьевна. Почему не спрашиваете? Нет-нет, что вы. Я хотела просто познакомиться. Вот хожу, знакомлюсь с жильцами дома. Очень приятно. Всего доброго. Все хорошо. Все у нас в прошлом. Мы теперь с женой не позволяем себе. С детьми мы ходим в кино. Вот, вчера в театр ходили. В зоопарк собираемся. Михаил Михайлович, буквально 2 недели назад вы явились на территорию школы пьяным. Вы забыли, какой это был скандал? Прошу прощения. Здравствуйте. Да. Здравствуйте, Татьяна Юрьевна. Здравствуйте. Здрасте. Вот тут у нас Михаил Михайлович утверждает, что они с супругой очень заботливые родители. А я ему говорю совершенно другое. Вот, например, то, что вашу дочь прямо из школьного, извините, туалета увезли в больницу в стадии наркотического опьянения. Вы считаете это заботой, так? Это больше никогда не повторится. Понимаете, никто не хочет, чтобы это повторилось. Однако органы опеки обеспокоены. Вы знаете, я перебью вас. Органы опеки, они всегда обеспокоены у нас, да? И очень часто судят о ситуации в таких семьях очень издалека, правда. И начинает рубить с плеча, это крайне неверно. Вы знаете, мне очень интересно посмотреть на ту ситуацию, которая позволит по-другому посмотреть на чету Нестерова. Ну, подожди. Я работаю участковой в нашем районе много лет. И Нестеровых знаю не понаслышке. Правда, мы соседи, живем в соседних подъездах. Миш, ну скажи. Да, да. Вот, и Егора, и Соню знаю с малых лет.
Я уверена, что они не хотят, чтобы их забирали у родителей. Татьяна Юрьевна, ну, увы. Ну, не всегда дети понимают, что им лучше. Так давайте их спросим, подождите. Детей. Простите, ну, извините, Егор, пожалуйста. Иди сюда. Дети разнервничались, что пришлось сюда везти. Мама, пошли домой. Егорушка, мы еще не договорились с Аллой Викторовной. Тетя Таня, скажите Алле Викторовне, чтобы она нас отпустила домой. Егор, я вот пытаюсь объяснить. У нас нормальные родители. Что? А еще у нас есть Татьяна Юрьевна. Она нас тоже вообще-то воспитывает и помогает нам. Ну, ты моя родная. Татьяна Юрьевна, спасибо, что вы пришли. Подожди. Да от меня толку мало. Вот Соня с Егором, это другое дело. Они, между прочим, ваше тайное оружие, понятно? Но... Спасибо, мы вам никогда не забудем. Вы, главное, не забудьте, что мне обещали, ладно? Постараемся. И что без рецидивов, а то сама на вас жалобу напишу. Егор, скажи до свидания. До свидания. Пока. До свидания. Ну что ж, ребята, пойдем. Алло. Да, отец Серафим. Простите, не узнала вас. А что случилось? Почему не можете сказать? Вы меня пугаете. Хорошо, приеду через 15 минут. Здравствуйте. Ну, что случилось? Что за ЧП? Чем могу помочь? Это отец Серафим настоял, чтобы вас тут беспокоили. Лично я был против. Вы знаете, я сам привык решать свои проблемы. Отец Серафим, ну не молчите уже, скажите что-нибудь. Божьей воли не переможешь. Татьяна Юрьевна, давайте пройдемте вовнутрь, вы там сами все увидите. Ребята, останьтесь здесь, боль, пошли со мной. А где колокол? Украли. Прямо с храма. Когда это произошло? Сегодня утром. И чего вы ждали? Почему не вызвали следственную группу? Надо было, чтобы они приехали. Взяли отпечатки пальцев, составили протокол. Давайте я позвоню. Не надо никуда звонить, Татьяна Юрьевна. Отец Серафим, вы нас извините. Дайте нам поговорить с Татьяной Юрьевной наедине. А что вы спрашиваете, Петр Семенович? Делайте, как считаете нужным. Я понимаю, это расследование... Спасибо. Ну и что это за конспирация? М? Да какая конспирация? Просто я не могу сказать это при отце Серафиме. Дело в том, Татьяна Юрьевна, что этот колокол я вез в Россию как бы нелегально. Вы же говорили, что вы купили его в коллекцию какого-то немца. Да. Я купил его в Германии. Но ввести его в Россию... законным путем. Я не мог ни под каким видом. Почему? Да потому что у нас такие процедуры, Татьяна Юрьевна. Вы знаете, сколько стоит растаможка этого колокола? Знаю. Но не это даже самое главное. Дело в том, что этот колокол немцы вывезли из России еще в Первую мировую войну. И теперь он является культурным достоянием Германии. Я был вынужден дать взятку. И отец Серафим ничего об этом не знает. Татьяна Юрьевна, я вам обещаю, что я оформлю все бумаги задним числом. Я добьюсь того, чтобы этот колокол стал достоянием России. Но мы не успеем к сретению просто физически. А если отец Серафим узнает, он не повесит этот колокол на праздник. Потом я ему исповедуюсь, скажу, что и как. Нам надо найти колокол. Я могу на вас рассчитывать? Хорошо, я попробую вам помочь. Только у меня будет одно условие. Нет, вернее, даже два. Первое, вы поговорите со своими людьми и предупредите их. О пропаже ни слова. Ни жене, ни мужу, никому, ни братьям. Понятно? А второе условие? А второе, я работаю с напарником. Хорошо, договорились. Через неделю готовится рейд, и они по плану вломятся в офис Купцова и примут его со всеми потрохами, и
купцов, но, сами понимаете, должен знать об этом заранее. Ну, дадим им такой возможности, предупредим. Я еще пока не знаю, как я подумаю, чтобы он уничтожил все улики. Хорошо? Да. Да, я понял, это все. Ага. Да, минуточку. Послушайте, я бы хотел поговорить по поводу, ну, гонорара. Просто вы обещали на прошлой неделе. Ага, неделя уже прошла, и я еще ничего не получил. А, хорошо, славно. Отлично. Все, я понял. Спасибо. Спасибо, до свидания. До связи. Ну что, Петрова, ты на людей-то больше не кидаешься? А то Рысин вон до сих пор отойти не может. Где Наумов? Наумов? В столовке твой Наумов. Ждал-ждал тебя, не выдержал, ушел. Не стал больше ждать, потому что чувство голода оказалось намного сильнее, чем все остальные чувства. Понимаешь, если будет следствие и все всплывет, Грачеву не поздоровится, а Колка придется вернуть в Германию. Мутная какая-то история. Ну как? Будь здоров. Спасибо. Правду говорю. Ну что, ты поможешь мне в этом деле? Ну а ты веришь этим благодетелям? Ты знаешь, я верю отцу Серафиму, он честный человек. Ну хорошо, а этот олигарх из фонда? Что-то он, конечно, не договаривает, но вряд ли он украл колокол сам у себя. Потом он сказал, что у него огромная служба безопасности, и мы можем ей пользоваться. Рассказал, что на него работает много бывших сотрудников. Бывших сотрудников не бывает. Есть резерв. Я сказала им то же самое. Танюша, если хочешь знать мое мнение, мне кажется, здесь не все так просто. И кража это в церкви, и этот нелегальный ВОЗ, как говорится, вору вора украл. Вот еще посмотри. Это дал мне сам Грачев. Этот колокол, он висел в нашем храме еще до революции. А там куча документов из архива, которые говорят о том, что колокол действительно является достоянием России, а не Германии. Ну, убедила, что. Но все равно мне этот Грачев не по душе. Мне тоже не по душе. Я же не ради него стараюсь. Я ради отца Серафима. Ну что, ты со мной или я буду одна этот колокол искать? Тань, я тебе когда отказывал? Спасибо. У тех, кто похитил колокол, возможно, есть сообщник. Это кто-то из церкви или кто-то из вашего окружения, Петр Семенович. Шли конкретно за колоколом, знали, где он. Само ограбление произошло между 2 и 4 часами ночи, как раз в то время, когда ночной сторож уехал домой. Я почему-то склонна верить в его невиновность, да и отец Серафим ручается за него головой. Только голову отца Серафима к делу не пришьешь, к сожалению. Извините. Не извиню. Машину они оставили вот здесь. Предварительно это погрузчик с лебедкой работало 4 человека, потому что вся эта операция заняла у них не больше 10 минут. Сторожа надо брать за жабры. Я же еще раз вам говорю, что сторож здесь ни при чем. И то, что он уезжал домой, возможно, спасло ему жизнь. Таня, а почему именно сегодня ночью? А потому что они, скорее всего, знали, что Петр Семенович собирается делать реставрацию из украсок. И на днях же, да, должны были начаться работы. И какие ваши выводы? Вывод у меня один. Работали любители, потому что оставили слишком много следов. Или профессионалы. Действовали в наглую. Подумали, что никто не будет затевать расследование, раз колокол привезли в Россию нелегально. Да, еще одно наблюдение. Они взяли с собой брезент. Давайте рассуждать логически. Открытая машина, колокол, накрытый брезентом. Они едут ночью по шоссе. Ну, первый патруль их останавливает, и нет документов и разрешения на колокол. Так что, я думаю, они постараются спрятать колокол где-то неподалеку и будут выжидать несколько дней. Вот список людей из моей корпорации, которые на разных этапах знали о колоколе. Петр Семенович, мне нужны фамилии людей, которые могли знать о том, что вы собираетесь начинать реставрацию. Это трудно. А Владимира Петровича мы пока попросим устроить нам экспертизу, да? А экспертиза чего? Вот этого автомобильного следа и металлической пыли. Ой, опять срочно, опять быстро. Слушай, меня девчонки из нашей лаборатории просто скоро пошлют. А пыли-то зачем? Все просто. Колокольная бронза. 80% медь, 20% олова. Так положено, Петр Семенович.
Подозрительный тип этот Грачев. Надо бы его пробить. Да. А он-то тебя, между прочим, уже пробил. В смысле? Ну, когда я сказала, что буду работать с тобой в паре, Корнеев тут же навел на тебя справки. Да ты что? Угу. Шустрый мальчик. Так, ладно. Тогда звонок другу. Алло, привет, дружище. Слушай, ты можешь мне нарыть информацию о фонде «Неопалимая купина»? Учредитель Грачев Петр Семенович. Да нет, не священник, скорее олигарх среднего звена. Давай, спасибо. Ага, если что, звони. Пока. Ну вот, у нас своя служба безопасности. Да. Я слышала, в Следственном комитете скандал из-за утечки. Да? Не нашли там еще виновного? Нет. Поэтому мы все под подозрением. Включая меня и Азарова. Скажи, а фамилия Купцов тебе не знакома, нет? Ну, не фигурировал нигде, может, в каком-нибудь деле. Да нет, не слышал. А что? Не поверишь, я сегодня слышала, как Азаров разговаривал по телефону и говорил, что некоего Купцова нужно обязательно предупредить об обыске. Еще сказал про деньги. Говорит, когда мне заплатят гонорар? Таня, понимаю, что ты не доверяешь Азарову, но не до такой же степени. Ну что, ты думаешь, я выдумываю, да? Даже если Азаров та самая крыса, он не дурак звонить с работы. Нет, очевидно, нет большого ума. Все, Тань, перестань. Да-да. Николай Иванович, разрешите? О, стажер Давыдов. Неужели отчет закончил? Николай Иванович, там до вечера нереально успеть. Ну, если нереально до вечера, успей до утра. Не успеешь до утра — уволю, к чертовой матери, за невыполнение указаний начальства. Николай Иванович, вы же знаете, что меня Аня ждет. У нас концерт в 8 вечера. А ты ей позвони, чтобы не ждала. И вообще, стажер Давыдов, вы давайте определяйтесь, что для вас важнее, чувство или долг, ответственно нести службу или любовь крутить? Разрешите идти? Идите. Николай Иванович, можно? Татьяна, можно. Здравствуйте. Там анонимка стрелка пришла, я вам на стол положил. А я сегодня, между прочим, как раз познакомилась, по-моему, с нашим стрелком. Ну ты иди, не буду тебя отвлекать, завтра тебе все расскажу. Хорошо. Наконец-то, радость моя, ты занялась непосредственно делами на участке. Сердце радуется. Скажите мне, Давыдов, хороший стажер, чего вы его мучаете? А чего? Пусть работает. Он хороший. Станет еще лучше. Ты же знаешь. Да. Какая сложная игра. Никак не могу на 15 уровень перейти. Да ты что? Мне бы твои проблемы. Да. Кстати, я собираюсь, наверное, на неделю в отпуск свалить. В отпуск — это хорошо. Поедешь куда или как? Поедешь. Я полечу. На Кубу, наверное. Буду курить сигары, любить женщин. Ты знаешь, мне эта работа поперёк горло уже. Надо выдохнуть. Куба — это хорошо. Да. Только дороговато. Слушай, Кость, а может, ты у нас подпольный миллионер, а? И фамилия твоя не Азаров, а Корейка? Нет. Моя фамилия Азаров. Ты знаешь, это вообще, кстати, не так уж дорого, как тебе кажется. Ну, подороже, чем Турция и Египет, но вполне посильно. Не знаю, мне, например, не посильно с моей зарплатой. Володь, я всегда тебе говорил, ищи дополнительные источники заработка. Какой, интересно, вагоны по ночам разгружать? Нет, у тебя не получится. Ну, например, ты можешь, как и я, делать спортивные ставки. Я в этом ничего не понимаю. Ты знаешь, я тоже. Извини, мне надо ответить. Алло. Сейчас. Да.
По адресу улицы генерала Антонова, дом 5, во дворе каждую ночь собираются посетители караоке-бара и горланят песни. Бар закрывается в час ночи, и они продолжают свои бесчинства под окнами у мирных граждан. Полиция, примите меры. Ну, как дела на районе? Все спокойно? Никого не убили? Никого не обокрали? Да вроде нет. День без происшествий. Нехорошо ты себя ведешь, Татьяна. То мы с тобой подружки лучшие, а то вот темнишь, не договариваешь. В смысле? Сказала бы сразу. Беда на районе. Колокол утащили. Ильинична, вот откуда ты знаешь, а? А ты, Ильинична, ничего не утаишь. Ну, мне тетка в церкви знакомая сказала. Слушок пошел. Был колокол, а теперь нету. Алло, привет. Привет. Ну ты скоро? Я не смогу. Это тебе папку, что ли, загрузил? Ну давай я ему позвоню, скажу, чтобы отпустил тебя. Нет, нет, не надо никому звонить. Я сам вызвался. Мне нужно поработать. Набраться опыта. Ну и сиди тогда на своей работе до посинения, а я пойду музыку слушать. Ань. Ань. Я что тебе сказать хочу про колокол украденный? Так, Ильинична, я не могу с тобой обсуждать это дело. Ты поняла? Ну, что... И ты, пожалуйста, ни с кем не обсуждай. Вот дурында-то. Я ж тебе помочь хочу. Я ж хочу тебе дать ценный совет. Хорошо, давай. Давай свой ценный совет. У нас летом в подъезде батареи пропадали. Так ты знаешь, где их нашли? Ильинична, при чем тут батареи? Да при том, что батареи эти нашли в ближайшем приемном пункте металлолома. А? Может быть, и колокол в ворота тоже на цветмет отвезли? Куда еще-то? Здрасте. Мужчина, далеко собрались? Мужчина, стойте! Я к Нине Баграмовой. Стойте, кому говорят. Ушла ваша Баграмова. Давно? Да где-то уже час. А что, позвонить никак нельзя? Не в каменном веке живем. Телефоны вроде у всех есть. Я звонил, она не отвечает. Ну уж я помочь ничем не могу. О, Анечка. Скоро концерт кончится, пойду домой одна. Пойду домой одна. Зачем дверь ломать? Я на концерт. Концерт закончился. Как закончился? Во сколько? Только что.